Istanbul City, and the other side is called European part. Istanbul is a unique city built on two continents. Deepness of the sea is some 50 meters, deepest is 75 meters. Width's narrowest part is 780 meters, and the longest width is 3 kilometers. Водный канал, соединяющий Черное море с Мраморным, называется проливом Босфор. Этот пролив разделяет два континента – Европу и Азию. Поверхностное течение пролива – с Черного на Мраморное море. Течение под проливом – с Мраморного на Черное. Протяженность пролива по прямой – 32 километра. Самое широкое место пролива – 3600 метров, а самое узкое – 760 метров. Самое глубокое место пролива.